Всем веселей, с вами веселее Эсте. В комиксах, помимо крутых супергероев, есть крутые супергеройские артефакты. Например, молот Тора. Чего мы ждем? Иногда не сразу получается. Все еще достойно. Или кольцо зеленого фонаря. Хэл Джордан. Я Абин Сур, хранитель сектора 281. Да, послушай, мы отвезем тебя в больницу, хорошо? Туда, где есть пурпурная кровь. Кольцо, оно выбрало тебя. Возьми его. Помести кольцо прямо в фонарь. Но один из самых известных – это перчатка бесконечности. Вот сейчас у нас на обзоре ее лего-версия. Но она отличается от той, которую мы вам сейчас показали. Давайте разберемся, глядя на коробку. Мы видим вот тут надпись Infinity Saga, то есть Сага Бесконечности. Она состоит из трех фаз киновселенной Marvel. Ну, то есть конкретных промежутков. Дальше надпись «Наноперчатка». Название этого набора. Чуть пониже мы видим логотип замечательной датской компании LEGO и логотип Marvel. Тут мы видим рейтинг 18+, мы это уже видели. Дальше, сколько всего деталей. Прилично, скажу. Итак, переворачиваем. Мы видим, что пальцы у нее двигаются. Обязательно проверим. Мы уже видели Лего и Марвел. Кадры из фильма «Мстители. Финал». Вот как камни загораются бесконечности. И как она собирается. И мы видим ее высоту. Тут написано конкретно ее высота. 31 сантиметр. Ну давайте наконец ее соберем и посмотрим вживую.
Наконец-то мы собрали эту красивую перчатку. Давайте на нее посмотрим поближе. Так, вот пальцы. Дальше табличка. Отлично, чтобы не отвлекало, уберем. Дальше давайте покрутим. Кижо, как ты думаешь, кто ее носил? Думаю, Танос. Ну, почти. Ее носили Халк и Железный Человек. Всего было две перчатки. Одна на левую, которая была у Таноса, золотая. А эта на правую, у Железного Человека. Ее собрали Мстители уже из нанотехнологий. Дальше мы видим сами камни. Камень времени. Такой вот он зелененький. Фиолетовый камень силы. Синий камень пространства. Камень реальности красный. Камень души оранжевый. И желтый камень разума. По итогам. Я ее собирал 2 часа. Она очень похожа на настоящую из фильма. Также она... хорошо детализированная. Тут прям видны вот эти серые части. Здесь серая. Тут. Прям не ожидал я от них такого. Также золотые части. Также у нее двигаются пальцы. Они двигаются вот так вот могут. Также назад. Так. Так вот. Так вот. И этот самый подвижный. Большой палец. Но есть один небольшой минус. Я лично ожидал, что она будет немного побольше. Но вообще она очень крутая. Всем советую. Ну что, это просто ты вырос? Может быть. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки. Всем пока-пока.